Между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом налажено долгосрочное плодотворное сотрудничество. Об этом было отмечено в ходе встречи главы государства с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции. Президент Ильхам Алиев проинформировал Борге Бранде об инфраструктурных проектах и инвестициях на освобожденных территориях Азербайджана. Основное направление усилий – реконструкция территории, что даст импульс неэнергетическому сектору экономики, особенно строительству. Глава государства коснулся и перспектив сотрудничества с Всемирным экономическим форумом в этой области. В ходе беседы стороны коснулись мер, принятых для борьбы с пандемией в Азербайджане. Была также подчеркнута деятельность Азербайджанского центра, входящего в сеть центров 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума. Отметив, что сейчас Азербайджан уделяет большое внимание обучению подрастающего поколения, президент Ильхам Алиев поблагодарил Борге Бранде за возможность участия азербайджанской молодежи в инициативах и программах Всемирного экономического форума.